Отлично, Сашка. Молодец. Выводишь хорошо. Ветер сегодня еще, видишь, неравномерный. Потом в спокойных условиях тебе уже хорошо будет работать. Не опирайся на ряды, не надо. Как только за ряды схватился, ничем не управляешь вообще. Стоп, фронталка, стоять. Сейчас расправлю. Я тебя отвлек просто, знаешь, ты мне лучше говори, когда... Иван, я понял, я хочу отработать вот это, пока ничего не говорим. Понимаешь, я могу стоять около тебя, трындеть постоянно. А важно человека не сбивать, а дать ему, ну, скрепить. Ну, ты для себя должен...